Так, драгоценные мои друзья, вот видите, необычно, очень ярко при отливке свинцом, очень ярко высветился, видите, морок, то есть тело человека, вот этот, то, что остается в ковшике, когда свинец отлился. Здесь очень хорошо показывает, видите, сколько слоев закрывает человека. И вот внутри, видите, там на уровне живота, прямо, ну, как бы морда такая сущности, да, похожая даже на какого-то забавного динозаврика, да, но, как мы понимаем, это не забавный динозаврик, а что-то рептилоидное. И вот человек, получается, ну, как бы ест немного, то есть не обжирается, а пухнет, полнеет, толстеет, да, то есть вот такое влияние, то есть нездоровая полнота и, соответственно, множество проблем по здоровью. Наверху, вот на голове, если вы видите, там тоже лицо мертвого мужчины, да, тут вообще в этих узорах можно увидеть лица людей и сущностей. Вот, к примеру, с правой стороны тоже видно прямо лицо бесов, да, то есть вот прямо человека оморочили, вот очень конкретно. Часто бывают на отливках мороки, да, но вот здесь прямо слоями накрывали, и внутри, считайте, в животе на здоровье портал, через который, ну, как бы рептилоиды пожирают его жизненную силу, а ему, в него сливают какую-то дрянь, поэтому он и пухнет. Вот, друзья мои, вот такие дела бывают. Ну, отливка там тоже, конечно, своеобразная, но об этом не сейчас. Все драгоценное.